Всем здравствуйте. Решил прогуляться до озера, до небольшого, показать вам. Давайте посмотрим. Озеро находится от дома, от моего, 100 метров. Вот такое озерцо. Пробовал рыбачить, ничего не клюет на удочку. Железная дорога идет там. А живу я вот там, а метров 100-120 где-то за этими кустами деревня находится. За 20 лет все заросло, такие деревья выросли. Пост идет по железной дороге. Пишите в комментариях, кому что интересно, покажу. Озеро небольшое, сейчас пройдем, да, куст обойдем. Вот такое озерцо небольшое. Всем до свидания.